В рамках нашей площадки прозвучали очень интересные предложения, которые направлены и на совершенствование законодательства на федеральном уровне, и также на уровне субъекта и привлечения бизнеса. Поскольку участники нашей площадки были как представители других субъектов, так и муниципальных образований, представители финансовых структур, банковских структур, то, конечно, предложений поступило очень много. И, конечно, самое главное сегодня, для того, чтобы там успешно выполнить те масштабные задачи по реализации национальных проектов, нам необходимо как четкий план действий на уровне федерации, так и уровне субъекта. Поэтому одним из наших предложений мы высказали сегодня в адрес федеральных органов власти скорейшее принятие законодательства, которое бы стимулировало инвесторов нашей организации на реализацию тех проектов, которые сегодня уже есть в субъектах. Мы ждем принятия этих законов в текущем году с тем, чтобы уже наши инвесторы пришли и занимались созданием новых рабочих мест, новых предприятий. Второе направление, которое очень волнует финансистов, а у нас, конечно, максимально были финансисты на нашей площадке, это самое главное. Реализация у нас проектов должна быть обеспечена долгосрочными соглашениями на весь период реализации проекта. Если проект реализуется в течение 5 или 6 лет, то должно быть соглашение с субъектом заключено на весь период действия, чтобы мы знали, были уверены, что правила игры не изменятся, правила игры будут постоянные. И что обязательно те ресурсы, которые предусмотрены в рамках федерального бюджета, мы получим в ближайшие годы. Поэтому такое предложение мы тоже записали в наше решение. Ну и, конечно, сегодня очень тема развития малого и среднего бизнеса нас очень интересует, потому что это тоже один из направлений развития экономики Вологодской области. И, конечно, сегодня здесь должна быть поддержка как со стороны федерального центра, так и с точки зрения стимулирования в рамках налогового законодательства и, конечно же, доступности получения кредитных ресурсов. Тема очень важна. Поэтому все эти новые предложения вошли в решение нашей площадки. Я думаю, что форум нас тоже поддержит в наших предложениях. Вологодская область, я считаю, в принципе является пилотом с точки зрения реализации национальных проектов. Это авангард, потому что в дополнение к национальным проектам реализуется еще масса региональных проектов, в том числе инициатив губернатора, который отвечает на самые злободневные вопросы, начиная от света на улицах и заканчивая школьными автобусами. Это, безусловно, пример того, как надо планировать бюджетные возможности, как планировать ресурсы для того, чтобы решать проблемы уже сейчас, не откладывая, не затягивая. И это пример того, как надо работать с бизнесом с точки зрения развития промышленность, развитие налогового потенциала в конечном итоге. Новые рабочие места, новые предприятия – это значит новые налоги, новые возможности для бюджета решать наши житейские проблемы, проблемы человека.